29 апреля в правительстве Омской области прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, главы и заместители глав муниципальных образований, председатели межведомственных комиссий и руководители контрольно-надзорных органов. Был рассмотрен вопрос о проведении летней оздоровительной кампании 2022 года. Точно так же, вы знаете, всегда привожу примеры на системе образования. Мы не расслабляемся весь календарный год, на период государственной долговой аттестации, да, это такая очень серьезная миссия. Точно так же и у вас при обилии приоритетных задач летнее оздоровление сейчас выходит, пожалуй, на первый план. В этом году региональное правительство выделило почти 440 миллионов рублей. Из них 295 на оплату путевок, 144 миллиона на подготовку загородных лагерей и укрепление материально-технической базы. На данный момент к открытию готовы 545 оздоровительных организаций. Среди них 26 загородных лагерей, 17 детских лагерей палаточного типа, 488 лагерей с дневным пребыванием детей, организованных в общеобразовательных учреждениях. Всего в этом году за средства областного бюджета планируется охватить около 68 тысяч детей Омской области. Плюс в том числе 3345 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, это дети, находящиеся под опекой, воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров. В этом году за средства областного бюджета будет проведено 35 областных профильных смен разной направленности, в которой появится возможность у 8 тысяч ребятишек Омской области не просто пройти оздоровление, но и пройти его именно по тематике, которая им интересна, которой они занимались в течение всего года. Отдельно был рассмотрен вопрос по программе детского кэшбэка. Напомним, что она позволяет вернуть 50% стоимости приобретенной путевки, но не более 20 тысяч рублей.